часто простое кажется стороны, черное белым, белое черным, часто простое кажется стороны, черное белым, белое черным. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас шлягер за вечер. Это значит, мы учим какую-то очень известную песню, и очень легко мы ее учим. Я вам прописываю левую руку, название нот, и вы очень легко ориентируетесь в басовом ключе. Сейчас у нас песня «Черное и белое» из кинофильма «Большая перемена». Наверное, вы ее должны знать. Давайте послушаем. Смотрите, у нас танцевальный такой характер этой песни. Три четверти. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сначала мы с вами разберем вступление, четыре такта. В левой руке у нас ноты ля, ми, ля, ми. А в правой руке ля, до, ми. При ключе нет знаков. Иногда встречаются встречные знаки, они у нас будут по ходу в тексте попадаться. Смотрите, в правой руке у нас аккорд ля до ми. Получается, сначала мы берем нотку ля, и здесь аккорд наш. Затем ми, и снова аккорд. Снова ля. Вот и все, вот и четыре такта. То есть получается один такт это раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре такта. Следующий кусочек у нас начинается куплет. Кто ошибется, кто угадает. Возьмем сразу четыре такта. В правой руке. Давайте я сыграю эти четыре такта. Вот эти четыре такта у нас как бы состоят из двух мотивов. В правой руке, если смотреть, вот такие под лигой. Две лиги такие у нас идут. Значит, первый мотив это до, 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 си, ля. Первый мотив. И второй мотив. Соль диез, фа диез, соль диез, ля, ля. Пальцы подписаны под нотками, над нотками, а левая рука под нотами. Поэтому смотрите, в левой руке все очень просто. Смотрите, в левой руке у нас ля, до ми. Я выделила первую ноту. Первая нота – это сильная нота. И как раз от нее и будет выстраиваться наше трезвучие. Ля, до, ми. Это первый такт. Второй такт – си, ре, фа. Через ноту, заметьте, да? Ми, соль, диез, си. И возвращаемся к ля, до, ми. То есть, если это собрать в аккорды, ля, до, ми, си, ре, фа, ми. И возвращаемся к ля. То есть вам можно запомнить только первые ноты ля, си, ми и со, и возвращаемся к ля. А от них уже выстроить наши аккорды. Или, как в данном случае, это арпеджио. Ну, не арпеджио, а я разложила аккорд на просто отдельные ноты. И каждая нотка, она будет играть на нотку
на раз, два, три, то есть раз, два, три, каждая нотка играет, да? Ля, до, ми, си, ре, фа, ми, соль, диез, си, ля, до, ми. Если вам сложно это играть, играйте первую ноту, одну, либо играйте аккордом ля, до, ми, либо играйте вот так, ля, до, ми, си, ре, фа. Как раз будет похоже на вальс. Ля. Но сначала, конечно, еще поучите отдельно правую и левую. Правая рука – это наш мотив. Его тоже нужно поиграть. Здесь, если считать до трех, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть получается, структура, сама структура вот этой мелодии, она повторяется. Смотрите. Раз, два, три. Раз, два. Посчитать до нотку. Три. Раз, два, три. И снова посчитать нотку. Раз, два, три. И дальше будет то же самое повторяться. Мотивы будут одинаковые. И вы один раз уже, высчитав этот мотив, дальше вы будете ориентироваться точно. Одинаково все будет у вас. Ну, давайте соберем вместе с левой рукой. Раз, два, три. Раз. Вот на, видите, второй такт. Си. Здесь тоже си пятым пальцем, а здесь второй палец. Си. Здесь получается ре играет, а потом только играет на фа или вместе. Затем ручки снять, потому что началась вторая фраза. Соль диез третьим, а здесь ми. Фа диез, соль диез. Вместе двумя руками одинаково ручки играют. И дальше ля четвертым. И здесь ля пятым. Там до. И здесь снова ля, а здесь нотка ми. Вот наши четыре такта. Давайте поживее их сыграем. Чтобы у вас не сливались эти две фразочки, старайтесь ручку снять. Вот вы сыграли эту фразу, а здесь ручку снять. Соль диез. Как бы взять небольшое дыхание. Соль, фа диез, соль, ля, ля. Угу. Хорошо. И теперь рассмотрим дальше. Следующие четыре такта. Разное счастье нам выпадает. Смотрите, эта фраза, она вся восходящая, да? То есть вы будете делать в конце, к концу ее крещендо. То есть усиление звука. Что же, рассмотрим правую руку. Тоже состоит правая рука из двух небольших мотивов. Два мотива. Ля, си, до, ре, половинка, ре, ре, ми, фа, соль, ми. Заметили? Тоже повторяется такой же ритм. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Угу. В левой руке тоже запоминайте ля, аккорд, ре, соль, до. То есть, если рассмотреть первые ноты ля, ля выстраивать будем, потом от ре, соль и до. То есть вам нужно запомнить первые ноты. Угу. И поживее. Заметили, да, к концу фразочки я делаю затухание чуть-чуть. Последняя нотка, она звучит тише. Ля, си, до, ре. Но вот здесь нет. Ре, ми, фа, соль. А здесь чуть потише, да, ми. И дальше идет следующие четыре такта с этой же нотки ми.
часто простое кажется вздорным. Угу. И что же здесь? Ми, фа, соль, си бемоль, ля, ля октава, ля, скачок на ля, соль, соль, фа. В левой руке, ну, так, пальчик, если первый, второй, третий, пятый, четвертый, первый, пятый, четвертый, четвертый, третий. В левой руке до, ми, соль, ля, до, диез, ми, и снова ля, до, диез, ми, и ре, фа, ля. И будем соединять до, ой, так, ми, фа, соль, на си, ля, в левой руке, ля, ля, соль, соль, фа. Тоже посмотрите, из двух мотивов стоит правая рука, ми, фа, соль, си, чуть потише, ля. Снять ручку, ля, ля, соль, соль, вот к этой соль, к сильной и тише, фа. И последние четыре такта, черное белым, белое черным. Фа, ми, ре, до, ми, ре, си, ля, ля. Четвертый, третий, второй, первый. Пятый, четвертый, второй, первый. Тоже по ритму. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Угу. И в левой руке си аккорд, фа, ля, до, ми, соль, диез, си. И возвращаемся к ля. Заканчиваем на ней, да? И вместе соединяем. Четвертый на фа, и здесь си чистая. Фа в левой. Ми в левой. А здесь ми. В обоих руках ми получается, ми, соль, диез и ля. Затем часто простое кажется вздорным, повторяется еще раз, да? Вот это именно как бы вот эти восемь тактов, они повторяются. Затем же уходим на второй куплет, и можно поразнообразнее сыграть левую руку. Легко то, что в левой руке будет пятый и третий первый на вот эти две нотки, да, третий первый. То есть всегда пятый, третий первый. Пятый, третий первый. Пятый, третий первый. Пятый, третий, первый. То есть, как бы запомни, пальцы уже запоминают свое место, и вы только переносите ручку, и все, у вас как бы уже готова гармония.
Спасибо вам за просмотр. Желаю вам всего доброго. Заходите на огонек. Это была рубрика «Шлягер за вечер». До свидания. Всего вам доброго.